Жизнь – самая главная ценность человека. Чтобы напомнить об этом подрастающему поколению, руководство 144-й школы организовало мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В нем приняли участие не только старшеклассники, но и малыши, ведь важно с раннего возраста прививать детям правильные ценности. Старшие школьники рассказали о терактах учащимся начальных классов. Также ученики выступили с тематической программой. В зале прозвучали стихи и песни. В школе прошли классные часы и конкурс рисунков. Напомним, что 3 сентября Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие дойдет до души каждого ребенка. Каждый должен это пропустить через себя. И сегодня мы этой цели достигли. Каждый ребенок у нас ушел с ноткой горечи и грусти в душе. И я думаю, что сделал вывод, что это не должно повториться. Я считаю, что самая главная цель данного мероприятия – это сохранение исторической памяти у наших детей, чтобы все необходимые знания, вся эта проникновенность они понимали и могли передавать уже дальнейшим поколениям. На события пригласили и особых гостей – участника СВО и полковника медицинской службы в отставке. Они обратились к ребятам с важными словами и пожелали мирного неба над головой. Вот хотелось бы выразить благодарность, еще раз говорю, всем, кто принимал участие, и низкий поклон, чтобы в памяти осталось именно у подрастающего, наверное, поколения, потому что они, как правило, все-таки больше передают, наверное, ту эмоцию, которую сейчас для нас очень важна. Как они с душой относятся к этому мероприятию, как они действительно подготовили детей к этому. Здесь даже слезы так немножечко наворачивались. В школе регулярно проходят тематические уроки и экскурсии, связанные с патриотическим воспитанием, а также выставки рисунков и квесты. Работает музей. Полина Чулюкова, Николай Епифанов. События.